Яной произошло, если можно выразиться так, случайно. Но до этого момента, как и у многих других, будем говорить так, людей, которые в поисках себя, которые не знают, для чего и почему они здесь, и почему у них в жизни какие-то там ситуации происходят, я прошла много всего. И сатсанги у меня были, и всевозможные практики, которые люди вынуждены так или иначе обращаться, чтобы найти какой-то свой внутренний ответ. Действительно, я направо, что человек не может не пройти вот этот весь опыт, потому что этот опыт позволяет тебе понять потом, для чего он был тебе нужен, потому что он тебе не дает ничего. Ты просто как тот ослик за этой гребаной морковкой ходишь по кругу и не понимаешь, а что дальше, а что это. И вот этот момент, когда вот ты сдаешься ситуации какой-то, и ты понимаешь, что больше ты не можешь. В тот момент в моей жизни произошла очень переломная ситуация, когда я искала ответ в себе самой. И вот этот переломный момент, видимо, меня и подвел к тому, что я увидела эту группу и начала ее читать. И вот с этого момента начался мой путь без пути. Я увидела, что она дает консультации. Я позвонила ей. Это удивительно, потому что когда ты оглядываешься на тот момент туда, ты понимаешь, боже, насколько Яна ювелирно подводит тебя твоим собственным ответом к себе собой. И я почувствовала и поняла, что вот это вот, это и есть то самое настоящее. Это и есть то, что ты бегаешь, ищешь как сумасшедший, и ты нигде этого не можешь получить. Потому что благодаря ей, благодаря ее трансляции, она дает возможность тебе соприкоснуться с собой и почувствовать это в себе, эту опору, когда ты понимаешь, что тебе не надо что-то искать вовне, потому что есть все, что тебе необходимо внутри тебя самой. Вот такой по сей день этот путь без пути, он есть, имеет место быть, потому что это сама жизнь, ты не можешь по-другому жить. Кто такая Яна? Да вот как мама, та самая настоящая мама с большой буквы, которая ведет своего ребенка таким образом, чтобы он получил сам свой опыт, свой ответ, давая возможность ощутить это в себе, соприкоснуться с этим в себе. Благодаря Яне я поняла, что я никогда не жила. Благодаря Яне я поняла, что моя жизнь, она только началась. Она дает возможность тебе самому узнать, что ты от себя спрятал. Самому себе позволить посмотреть страху в глаза и прочувствовать, где есть ты настоящий, а где есть твоя личность, которая давно заигралась с тобой. Это эксклюзивы, да, это бриллиант в информационном поле, в матричном мире. Для меня это до сих пор удивительно, что существует такая возможность соприкоснуться через Яну с собой, благодаря Яне. То, как транслирует Яна, то, как бережно она подводит себя к себе, это и есть та возможность опираться на себя и не искать эти костыли вовне. Это и есть сама жизнь, это и есть раскрытие бытия в моменте самой жизни. И ты только благодаря ее водительству можешь соприкоснуться с этим. Я думаю иногда о том, какой путь она проделала, да, чтобы прийти к этому самой. Это же уникальная возможность как-то без никого пройти такое и понять, что так эта схема работает. Вот это для меня, конечно, вообще нонсенс. Я все время ей об этом говорю. Потому что, видя то, как ты сам проходишь через это, даже додуматься до этого сам бы никогда не смог. Только благодаря ее водительству ты можешь понять, ага, вот здесь вот так. Это просто возможность ощутить в себе твой собственный ответ. И он ни с чем не сравним. Абсолютно. Это действительно так, потому что тот инсайт, который происходит, и ты вообще не понимаешь, как это происходит для тебя, ты просто это ощущаешь. Я не знаю, это, наверное, из разряда фантастики какой-то. Вот. Там все бесценно. Не было ни одного такого прохождения в моей жизни, обесценивающее то, что давала бы мне Яна. Потому что она дает самое важное, она дает себе себя. Любой наш разговор с ней, я все время думаю, боже, как же ты так ее видишь? Как ты видишь каждый ее изъян этой личности? Как она может сразу понять в другом человеке, что именно прячет от нее личность? Понимаешь, в ее голосе звучит такая сильная опора внутри себя. Она знает, кто она. Она знает, что она, для чего она. И как следует с этим соприкасаться и жить. Вот на самом деле можно сказать, что с тобой происходит чудо. Она подарила эту уверенность самой себе. Она подарила то, что ты можешь взять и сказать, нет, я так больше не хочу. Уверенность в том, что бы ни происходило в твоей жизни, ты есть сама у себя. И это бесценно.
это бесстрашие такое некое, знаешь, что ты можешь все, и тебе все посильно, и это бесценно, то, что дает Яна. В самом себе это обнаружить, видеть это, прочувствовать это. Ты понимаешь, что ты хочешь с ней пообщаться, ты понимаешь, что вот именно то, о чем она пишет, отзывается в тебе, но ты умом не можешь понять это. Вот поэтому я позвонила ей, я помню наш первый разговор, я думаю, боже, кто когда бы мне еще сказал в лицо вот столько правды, очень аккуратной правды, преподнесенной для тебя, что ты даже, ты бы даже никогда не подумал и не задумался бы об этом, в принципе. И это для меня было таким шоком. Каждый наш разговор – это инсайт какой-то, это какое-то новое открытие для себя. Это благодаря этому открытию ты понимаешь, что только в твоих руках твоя жизнь. И только благодаря своим внутренней работе ты можешь что-то поменять во внешнем. Сейчас уже, оглядываясь назад, понимаешь, насколько ты боишься признаться себе в каких-то вещах. Насколько правда острым ножа режет по самому больному в тебе. И что без нее твой путь вообще он в никуда. Те ключи, которые она дает, да, те трансляции, которые она ведет для тебя, те практики, которые она дает, оно бесценно. Потому что благодаря этому ты можешь прожить то, чего ты боишься прожить. И увидеть то, чего ты боишься на самом деле. И понять, а почему это так. Изменилась я в первую очередь. Я изменилась внутри, благодаря Яне. Твоя реакция на те или иные моменты в жизни, какие бы они ни были, но ты в эти моменты, когда происходит, ты не проживаешь там внутри, и бытие раскрывается по-другому, в самой жизни. Ты просто идешь и ты понимаешь, оп, о, как так? А я никогда не знал, что так. Ты просто идешь с этой уверенностью внутри, что ты знаешь ответ на этот вопрос, и все. И ты, например, ситуация произошла какая-то, да, и ты понимаешь, а почему так произошло, и что тебе дает информационное поле, что тебе транслирует, куда обратить внимание. Вот это раскрывается, сама игра, да, если можно так выразиться. И это очень увлекательно, очень интересно на самом деле, проживать это собой. Я могу сказать, люди, это единственная возможность в матричном мире. Это уникальная возможность понять, что ты никогда не жил, и благодаря ее водительству ты можешь соприкоснуться к себе. И благодаря ей я есть сама у себя. И что бы ни произошло, она в любом случае в моей жизни будет занимать самое первое место. Яна, я тебя просто очень-очень сильно люблю. Я тебя ценю. Я настолько счастлива, что ты есть в моей жизни. Я настолько благодарна тебе за все то, что ты сделала для меня. За эту возможность соприкосновения к себе. За то, как ты это делаешь. Я очень сильно благодарна тебе. И я надеюсь, ты будешь в моей жизни присутствовать. Для меня настолько родная. И настолько мой свет в конце туннеля, что я просто очень сильно люблю тебя, знаю об этом.